Ассаламу алейкум, қазақ елі, қалайсыңдар, амансыңдар ма? Ассаламу алейкум, Асылбек. Міне, алланың қалауымен мәшінді алдым бүгін, міне, сау ол, рахмет. Міне, бәрі четко, нормально, ойдағыдай. Видеоролик, видеообзор қалай жібердің, солай қабылдадым, нормально. Міне, четко бәрі. Аяқ бәрі орында. Бәрін тағу алдым, четко. Сау ол, ие. Әдемі, ұнады, көңінен шықты. Міне, ішін қарайық десек. Міне, іші де ойдағыдай, бәрі четко, ровно. Міне, нормально бәрлігі. Мазда 2012, Мазда 5. Ойдағыдай четко бәрі, міне. Ау, шестимесіне. Қалай? Грузияда видеоролик жібердің, видео обзор дәл солай как положено келді. Міне, бүгін таңда бұйырса түсіріп алдым. Алланың қалауымен бәрі четко, сау ол, рахмет. Рахмет жігіттер, Асылбек дейтін азаматқа көңілінен шықты. Айтқан кезде идея әкеліп берді, сау болсын, рахмет. Ол жамандық көрмесін, жұмысың алға жүре берсін қайта. Досым четко, рахмет, сау бол, көп-көп. Асылбек бауырым, рахмет, ойдағыдай болып бәрі, сау бол, рахмет. Устави, купили через Арману Kia Optima, отличная машина. Благодарны развитию вашему каналу. Посмотрите на состояние. Почти новая Optima. Кожа. Полностью. Люк. Спасибо вам. Благодарю вас за хороший выбор. Вот, брат, машина вообще свеженькая. С люком. Покрышки зимние здесь стоят, липучка. Сейчас толщиномером пройдемся. Без удара автомобиля.
общем, я вам показал, вот машина реально хорошая. По кузову вообще никаких царапок, ничего. Видно очень автомобиль. Блестит просто, цвет тоже очень красивый. Сейчас двери, скажу, откроют. Сейчас салон покажу я. Вот салон просто посмотрите. Новый вообще. Вот мультируль. AUX. USB. 12-вольтовая зарядка. Торпеда вот. Люк есть. Сейчас посмотрим, люк работает. Вот отсюда. Все, заводи сначала, заводи. Никаких ошибок вообще, не горит, 127 пробег тысяч. Аудиосистема работает. Кондёр проверим сейчас. Кондёр тоже начал дуть. Давайте сейчас печку включим. Печка тоже вообще четко греет. Отсюда можно регулировать громкость. Это круиз-контроль есть у автомобиля. Никаких абсолютно ошибок не горит у автомобиля. Посмотрим дальше. Вот обивки дверей. Задний ряд сидений, все в идеальнейшем состоянии. Вот потолок тоже чистый. Багажник. Отсюда не багажник. Плюс стоят еще коврики. Запаски нет. Домкрата тоже сейчас я посмотрю, может поставит, есть, может не в машине. Отсюда закрывается. Запаски нету, да? Есть. Есть? Есть. Запаска тоже есть, но в машине. Запаски есть, да. С Армении? Да. С Армении? Да, да. Вот как раз. Запаска, домкрат, ключ, все есть. Вот состояние чашек, посмотрите, лонжеронов, посмотрите. Никаких потеков вообще, абсолютно ничего. Все лонжероны целые. Блестит двигатель. Все в идеальнейшем просто состоянии. Ни стуков, ничего. Абсолютно. Вот пробеду на автомобиле. Как мяч едет вообще. Никаких звуков, ничего лишних. Все четко у машины. Коробка вообще супер переключает. Вот как едет автомобиль, вообще идеально.
коробка вообще идеальная, даже не чувствуется, как работает. Ливок тоже хороший. Все четко. Супер, даже говоря. Эта машина лучше, чем тот, что другой отправил я вам. Это лучше 100 раз. Это не крашеный, не битый автомобиль. Все в идеале. А тот уже крашеные детали есть. Почти весь кузов покрашен. Поэтому вот я рекомендую этот автомобиль. Вот какой рывок у автомобиля. Никаких ошибок. Не горит. Ничего не надо вложить. Все четко. В общем, дайте срочно ответ, чтобы знать.